У городском центре культуры еще до початку урочистой подеи панует святочная атмосфера. Были наученцы гомельских школ разом со своими наставниками крыху хвалюются. Момент вельми отказный. Все лето золотые и серебряные медали отрымливает 141 выпускник. Для каждого это узнагорода за шматгодовую сумленную працу и метанакированность. Получить золотую медаль очень тяжело. Ну, нужно учиться с самых первых классов, потому что если ты возьмешься за ум уже под конец, то это очень сложно. Нужно проделать очень много работы, чтобы все это нагнать по каждому предмету. Поэтому лучше учиться начинать именно с самого начала. Это очень тяжело. Молодые пригожие выпускники гомельских школ у гэты святочный вечер светятся счастьем. Однако признаются, у глубине души у каждого смешанные почути. Жадание худшей ступить у дорослое житё и смуток от того, что придется развитаться с дятинством и покинуть у минулым школьные годы. Прощание со школы действительно очень волнительный момент. С одной стороны, это грустно, потому что в школе мы прошли самые важные наши этапы. Мы завели первых друзей, наши первые уроки прошли в школе. Мы чему-то научились и что-то новое узнали. Но и это волнительно и радостно, потому что мы входим в какой-то новый, совершенно новый для нас этап. 11 приступок выпускники миновали, однако напереди множество дорог. Кожного чакая на житевом шляху немало перешкод и выпробований. Одно из головных и вызначальных распачнется уже на наступном тыдне – централизованное тестирование. Однако без сумнения можно казать, что отрыманный капитал ведов станет надежной опорой у дорослым житти и да поможет сделать правильный выбор. А коли выпускники сдолеют заховать свою працавитость и отказность, им будет завсёды сподорожничать поспех. Я думаю, что они этот уже урок жизненно усвоили в школе. Трудиться, трудиться, трудиться. Только так можно действительно стать успешным, грамотным, конкурентоспособным. Вот и на рынке труда, и вообще в жизни. Поэтому, дорогие ребята, не забывайте эту прописную истину, и у вас все в жизни будет замечательно. Успехов вам! Своеобразная рыса помеж дятинством и дорослым житем подведена. Это развитание с тем, что стало вельми близким и родным. Никто не ведая, что чакая их напереди, а лишь куды б не привел житевый шлях, об годах навучания кожны завсёды будет вспоминать, як об самых счастливых и радостных. Дмитрий Котов, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».